Недоброе утро. У экс-начальника областной полиции Дмитрия Головина и его зама Константина Гейком с самого утра проходит обыск. Следственные действия проводят сотрудники Департамента внутренней безопасности нацполиции совместно с представителями Генпрокуратуры. По информации наших источников, обыски санкционированы в рамках уголовного производства, открытого по факту растраты в областной полиции. Подробности этого дела мы постараемся узнать в самое ближайшее время.